Здравствуйте. У меня тут накопились долги, а я бы хотела полететь на отдых. Хотела бы оплатить. Пора отпусков продолжается, и многие планируют отдохнуть на зарубежных курортах. Но ожидание приятных впечатлений может быть омрачено, если не оплачены долги. Оплатить счета за отопление и горячую воду до подачи документов в суд – единственное правильное решение, чтобы избежать проблем во время запланированного отпуска, говорят энергетики. Тот клиент, который имеет просроченную задолженность, мы сначала работаем в досудебном порядке, то есть направляем ему уведомление о том, что у него есть задолженность, претензия. После чего, то есть если он не реагирует на данные наши санкции, мы направляем уже пакет документов для взыскания в суд. Те клиенты, которые имеют задолженность выше 30 тысяч рублей, рискуют не выехать за пределы Российской Федерации. Оплатить задолженность на месте в аэропорту туристы могут электронным способом. Однако это не поможет им преодолеть границу. Ведь на доставку уведомления до судебного пристава и на выход постановления об отмене временного ограничения на выезд требуется определенное время. Чтобы заранее проверить, есть ли долг, нужно зайти на официальный сайт самарского филиала «Энергосбыт Плюс» и ввести номер лицевого счета. Мария Елчан, Сергей Баскин. События.